Всем огромный привет из Прованса! Вы на канале YouTube Полина Франс, жизнь сибирячки во Франции. И сегодня по просьбе одной из моих подписчиц из Инстаграма я показываю рецепт, как сделать замечательное 100% натуральное масло для загара. Это не автозагар, это масло, которое мы наносим перед тем, как идти загорать на пляж, на море или просто загорать, где вы загораете. Рецепт 100% натуральный, ингредиенты 100% натуральные, которые вы можете найти в любом городе, в любой аптеке. И всего нам понадобится 3 ингредиента. Единственное, что я хочу сказать, что это масло не защищает от ультрафиолетовых лучей, то есть не защищает от солнца, поэтому не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем. Или если вы не наносите солнцезащитный крем, то находитесь какое-то очень короткое время на солнце с этим маслом. Но загар получается по-настоящему очень красивый, ровный, кожа бархатистая. Обязательно попробуйте. А я уже сделала этот рецепт. Я сейчас просто назову ингредиенты. И, конечно же, под видео будет рецепт, сколько чего нужно добавить. Еще хочу сказать, что это масло можно хранить 6 месяцев в закрытой емкости, в какой-нибудь баночке. Я оставляю баночку из-под крема и просто-напросто смешиваю все ингредиенты. И хранить в темном месте, куда не попадает свет и нету сильной жары. Поэтому пойдемте, я вам все расскажу и покажу. Нам понадобится любая емкость, в которой мы будем перемешивать наши 3 ингредиента и которую можно затем будет закрыть. Итак, что за 3 ингредиента? Первый, 32 мл орехового масла, любого орехового масла. Я не буду показывать этикетки, чтобы не делать рекламу ни одной из марок, но после этого видео я вставлю фотографии, которые я нашла на русских сайтах, и вы, может, посмотрите эти ингредиенты у себя в аптеке. В принципе, без проблем вы можете найти в аптеке. 32 мл орехового масла, лучше лесного ореха, можно использовать также грецкого масла, но я советую лесного ореха. Затем витамин Е. Витамин Е продается или в капсулах, или в капельках. Я покупаю в капельках, и нужно добавить всего 2 капельки или 1-2 капсулы. Эфирное масло иланг-иланг. Вы можете найти также в аптеках или можете заказать по интернету. Нам потребуется 23 капельки. Итак, 23 капельки эфирного масла иланг-иланг, 32 мл орехового масла и всего 2 капельки витамина Е. Все это перемешиваем и убираем куда-нибудь в темное место. Можно хранить 6 месяцев. Я от всей души советую вам попробовать. Вы просто не представляете, какой красивый загар получается с этим маслом. 100% натуральным маслом. И не покупайте никакое синтетическое масло для вашей кожи в магазинах. Вы можете его сделать сами. Единственное, что не забывайте защищать кожу от солнца. И, пожалуйста, напишите в комментариях, используете ли вы какое-то масло для загара или автозагар, и какую марку чаще всего вы покупаете. Ну, а я буду с вами прощаться и надеюсь, что этот рецепт вам пригодится. У меня еще много для вас рецептиков. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!